Вы понимаете? Ты уже добился чего-то в жизни. Евангелие Луки говорится об одной женщине, которую звали Анна, дочь Фануила. Вы помните? Глава лет 84. И Писание говорит, что она не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. Вы знаете, я никогда не думал, что пост и молитва это вообще можно как служение расценивать. Я думаю, что вообще это часть наших взаимоотношений с Богом. Да? Это нормально, когда ты верующий, да? И ты молишься, ты говоришь о чем-то Господу, Он говорит о чем-то тебе. Ну, чаще, конечно, мы говорим к Нему, но иногда что-то слышим, и это радует, да? Вот. Что пост, это также, знаете, пост обычно, это когда припекло, да? Когда уже припекло, тогда ты постишься. Но на самом деле, об этой женщине говорится, что она служила Богу постом и молитвой день и ночь. Это, знаете, для меня это значит, что она постилась не тогда, когда ей припекло. Вы понимаете? То есть, видимо, она постилась не о том, что у нее какая-то горящая нужда была, а она постилась, возможно, о нуждах каких-то других людей. Или она постилась за Израиль, чтобы Господь исполнил то, что Он хотел, обещал сделать через пророка. Вы понимаете? То есть, на самом деле, когда ты ходишь с Господом каждый день, ты можешь быть как вот эта Анна, которая постом и молитвой служила Богу день и ночь. Аллилуйя. И знаешь, это изменит всю твою перспективу. Весь твой взгляд на то, что происходит вокруг тебя. Итак, что я вижу? Я вижу, что Бог, Он мне отдал Иова дьяволу на растерзание. Но Господь, Он верит в Иова. И знаете, если бы мы все были такие, что у нас благословение, знаете, потерялось, да, и мы сказали, не буду верующим. Да? Или если бы мы все были вот такие, дальше слово мы знаем, что произошло. И уже жена его во 2 главе 9 стихе говорит, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Знаете, если бы мы все были вот такими, то я вообще не уверен, что нас стоит спасать. Ну, а зачем? Но, знаете, Бог видит в нас больше, Он видит наш потенциал. И что некоторые, ну, на самом деле многие из нас, и это зависит от того, насколько мы знаем Бога, насколько мы уже Его знаем сегодня. Аминь? Это влияет на то, через какие трудности мы можем пройти, и мы готовы остаться в непорочности. Вы понимаете? Хорошо, ладно. Давайте мы немножко дальше поговорим. Итак, давайте мы поговорим о том, что произошло в жизни Иова. Аминь? Итак, смотрите. И был день, когда сыновья его и дочери его ели, и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник Иову и говорит, «Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали сыновьяне и взяли их, а отроков поразили острием меча, спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Аминь. Еще говорил, приходит другой и сказывает, «Огонь Божий упал с неба и опалил овец, и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Знаете, это интересная ситуация. Обычный день, Иов благословенный, успешный христианин, да? У него все хорошо, везде в его жизни все в порядке, благословение, он в довольстве находится. И вот что-то происходит. Приходит вестник и говорит ему, слушай, тут такое случилось. Волы орали, и ослицы паслись подле них, и напали сыновьяне, и взяли их, и а отроков поразили острием меча. Приходит потеря в его жизнь. Кто-нибудь понимает, о чем я говорю? Переживали потери. И знаете, что дальше происходит? Вспомните себя. Господи, почему? Если ты все делал правильно. Знаете, я верю, что Иов все делал правильно.
Вы знаете, что есть такая харизматическая отмазка? Вы помните, да? Как объясняют многие этот стих? Они объясняют так. В 3 главе, 25 стихе написано. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Слышали, да, такое объяснение? Я не верю, что это ответ на ситуацию Иова. Это просто мое личное мнение. Можете спросить пастора Юры, и важнее, что он думает, потому что вы в церкви пастора Юры. Но я не верю, что это ответ. И по многим причинам не верю, что это ответ. Почему я в это не верю? Ну, потому что я думаю, что мы с Иовом из одного теста сделаны. Много причин, мы потихонечку будем их касаться. Итак, я не верю, что это ответ, почему это случилось с Иовом. Писание говорит о том, что Бог говорит, что Иов был праведен, благочестив и удалялся от зла. Это Бог ему так оценивает. И Бог сказал, что нет другого такого человека на земле, как Иов. Это значит, что он был, знаете, образец такого идеального христианина, который только может быть. Аминь. Всегда ходит в церковь. Когда надо сделать уборку территории, у него корона не падает, что он бизнесмен. Он не против подметать полы. Понимаете? Если надо, он всегда дает десятину. Кроме того, занимается благотворительностью. Трудоустроил кучу братьев во Христе. То есть идеальный христианин Иов. И вот что-то происходит в его жизни. Приходит потеря. И знаете, первая реакция, когда в нашу жизнь приходит потеря, и мы, знаете, не живем в гражданском браке, а нормальные, более-менее верующие. Наша первая мысль, Господи, что происходит, я не понимаю. Мы не понимаем, почему это случилось. Мы начинаем задавать вопросы. Что происходит? Разве не для нечестивых беда? Ну правильно? Разве не с нечестивыми должны такие вещи случаться? Господи, я же праведник, что происходит? Как это могло случиться? Аминь. И я думаю, что Иов то же самое. У него были просто, знаете, мысли боролись в голове. Что происходит? Господь, ведь ты мне открыл, что я должен заниматься валами и чем там еще. Да? Аминь. То есть это не я просто, знаете, хотел жить, хорошо, и поэтому начал этот бизнес. Я молился, Господь, я молился, искал твоего лица, и ты дал мне идею. И я этим занялся, и ты благословил это, я трудился, это развивалось. Мы имели победы различные, мы хвалились тобой, Господь, что ты сделал в этой сфере моей деятельности. И вот теперь в один день это все просто потеряно. Господи, что происходит? Почему? То есть он не возмущался, он просто пытался понять. Знаете, возможно, он был таким духовным братом, и он подумал, вообще был у меня какой-то такой вот осадок в сердце, что, наверное, не надо было, скоро уже сезон, когда совеи нападают, и как раз это та область, где они чаще всего забегают на наши территории, совершают набеги. И было у меня какое-то такое предчувствие, может, не надо было туда отправлять вас в этот день пастись. Да? Вы понимаете, чем я говорю? То есть иногда, когда мы ходим с Господом, мы в духе, Бог может предупреждать нас о каких-то вещах. И мы можем почувствовать что-то. И мы, знаете, мы не всегда обращаем на это внимание. Но потом, когда что-то происходит, мы вспоминаем и думаем, да. И не могу сказать, что неправден Господь. Господь меня предупреждал, я почувствовал что-то. Я, может быть, не понял, я недостаточно опытный в этих вещах, но я чувствовал, что что-то какое-то было у меня ощущение. Надо было обратить внимание, в следующий раз обращу. И знаете, то, что мы встретились с Господом, это драгоценно. Аминь. И даже когда происходят какие-то тяжелые обстоятельства, которых мы не понимаем. Аминь? Как правило, мы за Господа все равно. Мы все равно за Него. Господь, может, я не понимаю. И, знаете, иногда мы даже ищем оправдание, в таких ситуациях.
И вот что происходит. Иов, он, ну, искал какие-то у себя такие вот, почему это могло случиться, почему это могло случиться. И нашел себе такую духовную причину, знаете, ну, надо было мне как-то быть более, больше молиться, я был бы более чутким в духе, я бы почувствовал, что не надо туда этих волов отправлять. Вот. Но знаете, что дальше? Приходит еще один весик. Аминь. И говорит, огонь Божий упал с неба. Ну, знаешь, тут уже никаких духовных объяснений не найдешь. Знаешь, когда огонь с неба просто падает, да, на твою палатку на базаре, справа палатки нечестивых, слева палатки нечестивых, да, и тут палатка праведника, и ты знаешь, что она помечена, что там ангел стоит. Аминь. И бабах, прямо туда падает огонь с неба.